У некоторых предприятий отзывают сертификаты, сделанные в Казахстане. Как рассказал заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей Нуржан Альтаев, бизнесмены выдавали импортируемые товары за отечественные. Проверили около 100 предприятий, половина не подтвердила казахстанского содержания. Уже аннулированы 34 сертификата у организаций, где производили железнодорожную продукцию, полиэтиленовые шланги, газовое оборудование, сухие трансформаторы. Всего же с начала года выданы свыше 9000 специальных сертификатов, подтверждающих факт изготовления компаниями отечественной продукции. Где-то мы даже столкнулись с такими фактами, когда просто имеется вывеска, не имеется никакого производства, и на те импортируемые товары просто наклеивается наклейка, что это сделано в Казахстане. По этим фактам сейчас отзываются эти сертификаты. По некоторым фактам, конечно, мы передаем, значит, материалы в правоохранительные органы. Я знаю, что где-то по четырем фактам уже возбуждены уголовные дела и ведется досудебная проверка.